Пал жрец лук. Что, все, никому больше не надо? Сейчас приду. Лестница. Советников в первую очередь заливайте. Звездочку. Все точечные советника пьем. Тактика заливается. Кружочек. Точечная тактика. Тактика залейте уже. Звездочку все заливать точечно. Звездочку заливайте. Ларион, ты стал нормально хилить? У тебя все нормально стало? Нет. Нет.
Ничего не стало нормально. Ноутбук все тот же. Это просто трэш. Давайте футбол быстренько. Обновите бар. Так на пол. Кто на ком-то? Думали, что одолели нас. Ну ладно, разберемся сами, неважно. Наши силы едины. Крыжу только наберите сразу. Кто знает, а аддоны повлияют на FPS? Да. Но у меня три, в принципе, включены только. Хиллбот, ГС и рекаунт. Тогда нормально все удали. Плесет точно. Рекаунт FPS жрет очень сильно. А, ну да, вижу. Я его выключу, этого достаточно будет? Да. Кинетики подбивайте. Кинетики падают, подбивайте. Конты, ШП. Ну чё, удали его нахер. Аддон для нуба убей.
Осколки у нас кому идут? Слав, посмотри, кому осколки. Багирику. Протопалу. Да, вижу, что первая группа. Поднимите Лока. Почему его никто не понимает? Вижу. Капец ты. Да, вроде получше. Бар, дайте поварам. Сейчас, подождите секунду. Ну, река он жрет где-то 5-6 FPS стабильно. Там из-за графика, которых он в реальном времени пишет зачем-то. Сейчас кувару и рыбой съесть, представьте. Сейчас. Блять. Раньше только сразу же наберите. В малом кругу, кроме килохилов, никто не стоит. Блять, блять. Это было неразумное решение. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать.
Пакт, вы чё друг от друга бежите? Как 3 секунды. Берите рыжу. Это заклинание еще не готово. Начинаем представление. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу. Как вам такое? Дайте Геру. Ну, без Геры. Правого Пучино. У тебя 18к. А, нет, не у тебя. У Дхорна 18к, у тебя 9760. Да. Воин охотник шаман. Вот это дополнительное цепное исцеление, это что такое? Да, это сета. А, так у него сета нету еще у Клариона. Так-то второе место прикалывают. Thank you.
Че, вы опять молитесь? В смысле? Да не пришли молятся у трэша. Пацаны с X5 просто. Там на X5 же нету трэша, просто к боссам подходишь и убиваешь. Ты там в ППшках, пиздец, пак убили, стоим. Я говорю, чё не идем, стоим. Блять, и как каждый, блять, пак по 5 минут. Ты же там, наверное, с полсервером пересрался, который твинков качает. На Сирусе тоже ППГР пошел, блядь. Там друид хилит, короче, буйный рост и восстановление, блядь. Прикинь. Умножение вообще не юзает. Я ему пишу, юзаем умножение, жизнецвет на меня. Тот говорит, как могу, блядь, хилю, как могу, блядь. Я ливнул, нахуй. Набивайте карточку и кружочек. Это то же самое, что если про товар реваншем не бил, блядь. Алло. Или код размахом, нихуя себе, прикинь. Дайте гнев небес. Милики, вот куда вы в лужу лезете? Да бейте моба, который трэш вызывает. Что вы делаете, блин? Слава, БР не акрофобия. Зачем БР? Ты сейчас бой закончится по минутам. Ну потом просто резать долго. Нормально. Давай протопал туда заходи. Полководцев вытягивайте. Точно полководцев бьем. Вы поднимите, то хильте танков. Давай еще одного полководца тяни. Заливается он ей. Глупый бой. Ты сам прибыл. Восстаньте, чемпионы серебряного. Я влеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в
Вместо крока моделька Войда про товары такого, да? Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Чё, похож был бы, блин. Угу. Не, озвучка моя. Туда никто не идет. Шкаф ставьте еще. Надоели ФКш, честное слово. У кого еще хилоспеки есть? Тяните время, у кого хилоспеки есть. Не поверь, что не у кого. Короче, Трамбон, я не знаю, как ты будешь хилить, но ты будешь сидеть на рейде, не дай бог ты не захилишь. Хорн, Плариум будут на Вальке, тоже не дай бог не захилить. Бафы раздайте быстренько. Лиссандра, кинь МК, пожалуйста. Линия магия на над Хорном. Так, у всех все есть? На пол. Слава, Войд, Войд, слава. Блять. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Подавление залейте. В первую очередь подавление. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Маг справа, залейте его. Огненный слева. Я открыла портал в изумрудный сон. Макс слева идет. Зомби. Подавление идет. Залейте подавление. Mm-hmm.
Очень долго она живет. Подавление. Давайте подавление. Сам дашь Геру, когда там надо будет. Норка, гимн, продайте. Подавление. Спал близко. Огненного залейте. Макс справа. Рассчитали, да? Давление идет, сливайте давление. Я излечила. Молодцы. Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Их!
Как он еще умер? Резайте людей. Да, резайте креветок. Давайте и не изливать, потом сразу же начнем фулбак дадим. Может кто-то в хила спекнуться здесь? Ну, когда я спрашивала на Вальке, ты не плюсанул, что у тебя есть хил спек. Ну, если бы ты до этого час прочитал, увидел то, что я фкшил. Зачем? Кто запулил его? Води тогда. Казалось же, не трогать. ТП, отойди с лестницы. Подойди сюда ближе. Тотем уберите. Знаете, фулбаф. Экося. Если рыбка есть, поставьте. Две. Кулак поварам дайте, паладин. Давайте пулять. Захиливайте рыб. Ваши души. Трепещи.
теперь бессильна! Много не стак. Верни его немножко, вправо подойти. Да, стой. Беги, малышка, беги! Надо... На лесенку встаньте все. Меточки уносите. До 30% склепа подбиваете. Не больше. Право близко. Клепов и лобовые стоят. Подбивайте их. Слева близко. Разбейте склеп. Вправо немножко подойди. Слава, дай БР по Лейле. Беги, малышка, беги! Беги. Лизуни креветка. Там вон БР, Лизуни. Лесенку все поднимите. Вынести метки. До 30% также. Лево далеко. На лестнице. В середине. Там же. Клеп подбивается слева. Разбейте. Первая метка влево пойдет. Кабрена. Разбейте сразу же. Вторая под лапу. А, на танке. Рот упал. Все оттуда пошли. Притяжка перебивается. Не заноси так под боссом. Беги, малышка, беги! Милики, хлеб бейте. Это босс. Следующий под лапу. Графин под лапу. Разбила. Влево. Драгоса влево. Милики, все скреп. Следующий.
тоже, наверное, влево. Ну ладно, добивайте быстрее. Наконец. Молодцы. Свободно. Шею ролим. Воин, охотник, шаман. Паузер и слог. Сколько я, блядь, всего? Самому все выкинуть, нахуй. РДД, вы в шкафе стоите, а не там в углу, как полчат бьет. Давайте все быстренько фулбаф. Пока. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь. Клариум, подиспелишь? Предлагаешь. Нет. Нет, не буду, да. Лучше давай так. Хорн, давай ты диспелишь. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герой! Дайте все в шкаф. Локуски портал. Я оставлю тебя, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Ты мать его будет. Норка. Обратно. Смотри, 3 секунды. Графин. Хотите ближе к краю все? Дайте гимн ман, что ли. Тотем поставьте. Перы добейте. Ханты.
Не, короче, сейчас мошка залагала, я чуть это с обрыва не спрыгнул. Ага. С криком делай, как я, да? Блин, Андрей, молодец. Давайте все за спину лечим. Так, давайте будем останавливать первый ворог с корнями, потом Стюша. Добивайте трусы, застаньте. Сейчас будет валька, который первый валька приземляется, и рожится с корней, и убегаете. К трону. Станьте все кучнее. Могла бы, мог бы притвориться. Добивайте, Валик. Сейчас оскорнение через 5 секунд. Ренджи наберите. Дойдите все. Милики ренджи наберите. На край 1%. На край подойдите. Валькира, твой господин зовет. Я проворожу вас насквозь. И вы разлетитесь. Налетитесь на осколки. Плав залеет хорну. Мам. Пришел пиздец. Как у нас шпион? Да вон в ледяном дыхании стоит, да? Серьезно? Как тогда вар танчил в зиме, да? Ну в норме так-то ШП может бить босса, если нормально. Если хилд хорн, тогда да. Больше ДПС в духов. Добивайте быстрее. Почему вы лича бьете? У вас еще дух стоит недобитый. Добивайте на другую сторону. Мнение сейчас будет скоро. Наверное, уберите. За спину сейчас. Лол, ДЦ. Снизи будем сдавать. Осквернение сейчас будет. Рынжи наберите. Пошли на другую сторону потихоньку. Духов нет. Зачем? Просто так хочешь. Хочешь с Герой? Почему их нету? Ну, потому что когда он версу ловит, он не зовет духа. Теперь на другую пошли, да? Да. Трамбон, ты знаешь, что делать? Да, уже похуй, добью. Надо
Все, каст не сбил, вайпнул рейд. Че, каст не сбил, блядь? Да, да, все. Мне интересно, сколько этой шутки лет? Какой? Когда в рейндж на миломорде ставил? Этой тоже. С 15-го года уже. Когда войды первый раз на миломорда взяли в норму. Влепите ГП ему, что ли? Кому? Трисе? Раскал. Нет, тромболи. В смысле, я сбил кас? Давайте коня, что ли, пароли? Что скажи, сейчас это, короче, в чате очки пойдет. Да, заходите на очевой, блядь. Все побеждающие. Мне по душе это ирония. По-моему, чем больше красоты, тем больше ты по маме садишься. Дай мне силу разбить эти оковы. Чем меньше мозгов, тем больше ты по маме садишься. По-моему, так. А если ты тромбон, то ты вообще никогда по мане не садишься. Но у меня вот такая фигня есть. Какая, ты по мане не садишься? Да, вообще имба. А ты видел свой отхил? Видала. Нет. Рекан, да. Подключен. Можете Давай. Шифтануть. А, сейчас кину. Интересно, зачем друиду такая тринь? Кто лежит тут без лута? Главное, кинь мне, пожалуйста, ИП на шаманку, а? Ресни-то, что ли? Ты ресли. Тебя Кирилл нарезал, что, проебался, что ли? Ну, эскейп нажал. И чё? Кто вроде Теренас? Рес отменился. Теренас сменитил. Рок, дека, маг, друид. Давайте голосование. Лучше это рейд, чем рейды Войда. Войдом бы мы не успели на РТГР. Делай выводы. Войн, охотник, шаман. Надо в группе голосование запилить. Это определенно лучше, чем рейд Войда. Сейчас про Сириус не пиздят. Ну все, готовь в 5 утра. Машулечка, новая РЛ гильдии.
Не. В смысле не? Кто на ИП заходит? Ходите быстрее. Тебе завели в чате. А что ты ливнул? Тебе может не надо? ЕП дают. Значит... Нет, мне оно нужно. Че, все зашли? Алло. Не знаю, наверное, все. Че-то, наверное, даже... Все, начислим.